духи мои. В эту боковую ночь я приказываю силам зла пройти через временное пространство и послать мне видение. О, Назира, дорогая сестра, я долго ждал и надеялся, что ты вернешь меня в Акрабу. Конечно же, Джафар. Согласно легенде, существует заклинание восстановления, которое вдыхает новую жизнь мертвым духом. Так как сила заклинания слишком велика, оно находится далеко в пустыне. Оно снова вернет тебя к жизни, и мир будет в наших руках. Не спеши так, сестра. Для этого нам понадобится джин. Не беспокойся, Джафар. У меня есть план, по которому мы получим джина и справимся с этой крысой Аладдином раз и навсегда. Что происходит? Что вы делаете? Стойте! Отпустите меня! Стража! Стража! О, да-да. Уверена, мне здесь понравится. Ал, мастер, проснись. Давай, Ал, вставай. Доброе утро, Джин. Почему ты меня разбудил? Как ты мог со мной так поступить после всего, что я для тебя сделал? Зачем ты это сделал? Тебе было мало исполнения всех этих желаний? Джинни, ты о чем это? Да ладно, Эл, открой глаза и посмотри, тебя же ищут. Посмотри на это. Это какая-то ошибка. Подписан новым правителем Акрабы? Назирой? Это должно быть ошибка, Эл. Что-то произошло во дворце. О, нет. Думаешь, что-то случилось с принцессой Жасмин и султаном? Эл, ты должен что-нибудь сделать. Но будь осторожен, тебя наверняка ищет страж дворца. Он должен быть здесь. Найдите его! Упс, думаю, я поспешил. Пора заняться волшебством. Смотри сюда. Вот так мы выберемся отсюда. Ты включил информационную поддержку Джина. Она тебе очень пригодится. Несись к этому серьезно. Знай, что эти монеты являются основной валютой Акрабы. Они пригодятся для выполнения различных задач. И на них можно кое-что купить. Хочу дать тебе маленький совет. Собери как можно больше монет.
Ал, красные камни очень дорогие. Если тебе удастся на одном уровне собрать 3 таких камня, ты получишь шанс войти в мою волшебную лампу, чтобы заработать особый бонус. Это не простой знак, а знак Джина. Он дает тебе шанс выиграть ценные призы на машине желаний Джина. Собери их как можно больше, чтобы к концу уровня добраться до машины желаний. Поверь мне, дружок, тебе надо собрать как можно больше знаков. Призы стоят таких усилий. Yeah! Меч тебе нужен, чтобы атаковать врагов и разбивать горшки, в которых находятся скрытые сокровища. Там есть охранник, держи наготове свой меч, чтобы отражать атаки. Ал, ты можешь топтать предметы. Прыгни и нажми на кружок. Можешь попробовать на тех крысах. Ал, ты можешь топтать предметы. Прыгни и нажми на кружок. Можешь попробовать. Ключи некоторых охранников открывают двери и ворота. Ты можешь поразить охранников, прицелившись и бросив в них яблоки. Ал, сюда! Это выключатель. Ударь по нему, и он заработает. Ал, сюда! Это выключатель. Ударь по нему, и он заработает. Ugh!
Ал, чтобы перепрыгнуть через веревку, подпрыгни и схвати ее. Остальное сделает за тебя гравитация. Ах!